Привет, друзья! Вы на канале Сибирский Пилигрим. Сегодня приехал на Степное озеро попробовать половить карася. Не был здесь прошлого года, все сильно изменилось. Еле нашел заплыв, но тем не менее заплыл, поставил два экранчика, нашел вот такой вот заливчик, прикормил. Ну вот я сейчас вижу поклевочка. Так, пока нет. Значит, по-быстрому, из прикормки у меня пшенная, овсяная, жмых, наживки перловая каша с чесноком, тут манная болтушка, и здесь у меня тесто тоже с чесноком. Так, поклевка, вот она, хороший карасик. Это уже второй. Первое поймал, он чуть покрупнее был, когда настраивал, включал камеру. Ну что, пробуем дальше. Попробовал сначала на перловочку, обычно на перловку клюет более крупная рыба, но на нее почему-то пока нет. Вот на тесто пошли поклевки. Ну, половлю пока на тесто, а потом посмотрим. Ух ты! Ух ты! Неплохие караси здесь ловятся. Самолет летит. Ну, вот такой вот карасик. Ну, попробую сейчас на перловку. Так, очередная поклевочка, но что-то как-то вяло. Ну давай. Ох ты. О, какой золотистый карасик, красивый. Одевал сейчас опять перловку, но что-то не хочет на перловку. Есть такие неуверенные поклевочки. Вот, может быть, погода, но на тесто клюет получше. Ладно, будем ловить на то, на что клюет. Так, очередная поклевочка. О, вроде карась неплохой. Да, неплохой. Вот он из-под травки. Вот такой вот карасик. И продолжает ловиться на тесто. Перловку он игнорирует. Одел перловку опять. Что-то волна все сильнее и сильнее, ветер раздувается. Поклевки пошли хуже. Вот одел перловочку. Вроде пытается. Ага. Вот он. Вот какая поклевка. Интересно, здесь карась трех разных цветов. Желтый, белый и какой-то бронзовый. Ну ладно, давайте еще один раз оденем перловочку. Может, расклюем и перловку. Что интересно, одеваю два зерна. Поклевок нет. Одеваешь одно, следует поклевочка.
повел против волны. Такой волне и поклевку-то плохо видно, только уже когда утопит. Оп, так. Ну, не самый крупный, но пойдет. Желтенький карасик. Хорошего зацепил карасика. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, елки-палки. Ну, сейчас уйдет. Нет, вроде выхватил. Ох, такой вот карась завел за траву. Если видно, то я его подсек сбоку за губу. Ну ладно. Попробую одеть тесто. Что-то сильно долго приходится на перловку ждать. Хотя вот это довольно-таки крупный попался. Повел, 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 повел. Эх ты. И не довел. Левочка. Ух ты. Такой желтенький карасик. Вот такой вот небольшой. Сейчас сниму и отпущу. Повел, повел. Ух ты, и завел. Так, ладно, удалось во всяком случае. Отцепить, и то хорошо. Так, крючок-то целый. Крючок целый. О! Так, просидел долгое время. Значит, перловка не клюет, тесто не клюет. Одел, даже не знаю, как ее правильно назвать, манную вот эту вот клетчатку, то есть замешанное манное тесто с манки и потом промытое под водой, то есть осталась одна вот клетчатка. Ну, вроде последовала поклевка. Ну, сейчас попробуем, что у нас покажет манка. Ух, хороший какой. Хороший. Смотрите, какой карась желтый. Это вот на манку. Смотрите, какой красавец. Поклевки, конечно, безобразные. Что тут я еще обнаружил? Поднял садок. По моим подсчетам, я уже порядка двух десятков должен был поймать. Вернее, поймал. А в садке 4 карася. Начал, поднял его, начал осматривать. А там дырочка. Ну вот, ловим дальше. Так, поклевочка, повел, 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 но. Вот он, небольшой карасик. Опять на манку. Вот такой вот. Ну что, вот такая вот буря раздулась. Будем потихоньку скрепаться. Кромки камыша. Тут, благо, недалеко разболтало. Так что стала поднимать траву со дна. Клевать перестала. Ну, вот сейчас надо потихонечку доскребстись до своих экранов, проверить. Ну и будем выходить на берег.
нас бывают неожиданные порывы ветра. Сейчас мы сюда вот ближе к берегу под прикрытием камыша и пройдем туда как раз. Прибойный берег, Болтанка. Даже не получилось снять поклевки на камеру, на большую, потому что болтало так, что держать камеру неудобно было. Впереди меня за камышом как раз держусь за камыш, я буду отвязывать. Экраны сниму просто, есть там рыба, нет рыбы. Если есть, то на берегу. Развернуться. Ну и что у нас здесь? А у нас здесь нет. Ладно. Сняли. Вот тебе и пожалуйста. Браконьерская снасть. Так, а второй у нас. Чуть подальше. Тоже пустой. Вот они, браконьерские снасти. Рыба мешками. Хоть что-то поймал. Экраны вообще ничего. Ну и ладно. Выходим на берег. Ну а вот это вот мой улов. Как я уже говорил, с утра вроде начало клевать неплохо, но а потом
похуже. В очередной раз, приподняв садок, я увидел, что по моим подсчетам там должно быть десятка два карасей, а их там 4 штуки. Поднял, увидел дырочку. Ну, завязал, вот что остальное успел до вот этого вот шторма доловить. Ну, на жареху хватит. Ну что, друзья, вот такая получилась рыбалка. Ехал сюда, 2 раза пришлось останавливаться. Полезла температура. Сразу не понял, в чем дело. А ехал, все полевые дороги заросли травой, ну, выше капота. Посмотрел, радиатор забит полностью семенами, травой. 2 раза снимал решетку, чистил. Благо у меня с собой щетка была, ну, компрессором я не стал дуть. Вот, продую, прочищу, поеду. Проехал буквально километр по полям, опять лезет температура, опять забит радиатор. Заплыл, вроде была хорошая погода, начало клевать. Кидал в садок, ну, как оказалось, тут вот, вот я завязал капроновым шнуром, оказалась дырка. Ну, порядка 15 штук карасей у меня ушло. Потом раздулся ветер, клев стал хуже, хуже, и в конечном итоге вообще прекратился. Экранчики никакого навара не дали, вы сами видели, простояли, и с хорошую погоду, и ветер. Ни одной рыбки не попалось. Ну что, сушу лодку, собираюсь и еду домой. Буду жарить рыбу. Ну а вы, друзья, рыбачили с сибирским пилигримом. Удачи, до новых встреч!